механизмы влияния необходимо изучать и пользоваться ими, потому что если мы не будем владеть ими, то наше влияние на молодежную политику, на молодежь в частности, оно будет ослаблено. Кроме общепринятых механизмов влияния, есть еще персонифицированные. У каждого из нас с вами есть какие-то сильные стороны влияния. И в работе с молодежью нам надо стараться эти механизмы влияния тоже развивать, искать их в себе. И тогда мы сможем быть актуальными для молодежи. Я еще раз вас хочу поблагодарить за ту работу, которую вы делаете в течение года. Вот так как от конференции до конференции мы с вами точно встречаемся. Пожелать вам успехов, повышать свой уровень профессионализма, и это главное, и без этого никуда. Конечно же, больше нам работать с большими аудиториями, с большим охватом молодежи.